Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический револьвер ASG Dunn Wesson 715-6 Silver. В комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации, гарантийный талон, Fast Loader, сам револьвер и 6 фальш-патронов. Данный револьвер – это лицензированная копия револьвера Dunn Wesson 715-6, где 6 означает длину ствола в 6 дюймов. Изготовлен он полностью из металла и имеет очень приятный внешний вид и высокое качество сборки. Накладки на рукоять выполнены из очень приятного на ощупь софт-тач пластика. Интересная особенность револьвера – интегрированный в одну из накладок шестигранник для дожимного винта баллона с газом CO2. Больше нет необходимости таскать с собой шестигранник. К тому же исчезает риск потерять его. Стреляет револьвер стальными шариками калибром 4,5 мм. Шарики устанавливаются в картриджи, которые, в свою очередь, устанавливаются в барабан в количестве 6 штук. Производителям заявлена максимальная скорость выстрела в 130 метров в секунду. Одного баллона хватает примерно на 70 выстрелов с максимальной мощностью. Кстати, благодаря идущему в комплекте фастлоудера устанавливать картриджи в барабан весьма удобно. Стрельбу можно вести как по предварительному взводу курка, так и самовзводом. В первом случае ход спускового крючка очень плавный и мягкий. В качестве прицельного приспособления здесь выступает мушка и регулируемый целик. Также есть возможность установить планку вивера, на которую, в свою очередь, вы сможете навесить лазерный целеуказатель или тактический фонарик. Револьвер порадует вас своим великолепным внешним видом и качеством сборки. Также у него вполне хорошие характеристики. Подойдет как для спортивной и развлекательной стрельбы, так и экземпляр для коллекции. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».